Здравствуйте, дорогие друзья! Этот ролик будет о таксимане. Значит так, это какой-то писец. Короче, я вам записывал, как я пополняюсь сюда на 40 с чем-то тысяч, 42, по-моему, двумя траншами. Показываю, как я получаю за эти транши хавалы, два хавала. И, блин, показываю, как покупаю Maybach, его доходность и т.д. и т.п. И приступаю к монтированию долбанного ролика. И смотрю, что я все это проговорил зря, потому что я не нажал кнопочку запись. И поэтому, короче, после кучи матюков я просто запишу краткий сжатый обзор на это все, потому что, ну блин, все просралось. В общем, купил я Maybach, жена очень рада. И за два этих транша мне еще дали два хавала. И какой-то додик опять меня опередил, перебил мои 42 тысячи. И теперь я занял опять третье место и дали мне опять этот долбанный трактор бесплатно. А я рассчитывал еще один хавал получить. Короче, ладно. Я матюкался, но это уже в прошлом. И смотрим на доходность Maybach. Значит, я уже нанялся на работу. Значит, элитку по 11, по 12 можно брать, даже больше рублей. И халтуры, пока что самую большую халтуру я видел 25 рублей. Вот 21. Короче, раскачать халтурку можно, думаю, до 100 рублей. Там взять по 25 рублей халтуру, она прокнет X3. Это будет уже нормально. И еще просто разогнать ее всякими способностями и этими расходниками. Ну а элитку можно, думаю, где-то за 15, наверное, взять. Максимум я видел сейчас 12-13. Так что, в принципе, машина супер. Халтуру можно до 100 рублей разогнать, как с куста. Вот видите, прокнула элитка до 35 рублей. Можно еще разогнать вот этим. Плюс 2,54 получилось. Ну, это самая галимая капсула была. Там есть и побольше. И еще у меня, учитывайте, что нету никаких способностей. Только вот это вот. Я, когда докачаюсь до 15-го, куплю это и это. То есть оно будет разгоняться еще способностями и добавлять нормально бабло. Так что, в принципе, вот 37 рублей за заказ. В среднем можно привозить. Ну, еще плюс нету способностей, как я уже говорил. Можно вот эти вот часы, час 26, видите, можно уменьшить до 50%, каждый раз почти уменьшать. Так что, грубо говоря, за минут 40 вы будете зарабатывать до 50 рублей. Только с этой тачки. Так что, всем удачи, ссылки в описании. Надеюсь, все показал. Ну и переходите, регистрируйтесь. Также, если вы знаете новые какие-то хорошие сайты, то рекомендуйте мне их в моей группе. Ну и до встречи. Пока-пока и поменьше скама.